hear your heart racing. Cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, друзья, всем добрый день, всем здравствуйте. Вот сегодня отдаем такую работу заказчику. Это сделали проект по удлинению фургона, удлинению шасси, точнее, и изготовили новый фургон. По размеру, значит, у нас 6,20 длина, 2,10 ширина и 2,20 высота. Сделали для Равиля из Астрахани. Или я ошибаюсь, Равиль? Да, здрасте. Астрахани, привет. 2,10 на... 2,20 ширина, 2,30. 2,30 высота. Ну да, всех не упомню. Что, пойдем ближе снимать, показывать, что сделали. Так, здесь у нас косынки усиления, все покрашено, швеллер на подрамник горячий катанный, поперечина 60 на 40. Значит, кардан новый, два подвесных шлиц. Так, показываем внутри. Ворота ламинированная фанера, фурнитура пуш, по три петли на сторону. Внутри у нас 1, 2, 3, 4, 5, 10 колец грузозацепов в пол. Тент со всеми усилениями, крыша на роликах антилет, обрешетка в три доски, бортовочка. Как-то так. Как-то так. Вы нас где нашли? В Ютубе. А, Ютуб посмотрели? Да, Ютуб. О, все, значит, все, кто посмотрит в Ютубе, ставьте лайки, друзья, это чтобы нас... Видели и знали. Потом в Инстаграм подписался и в Инстаграме тоже. И, короче, связались. У нас не помните, сколько денег вообще сумма получилась? Короче, 230 с документами. 230 с документами, да. Все вместе. Ну, там вот этот, еще тут, кронштейны там и ящик. Ну, ящик не установили. Ну, ящик не установили, да. Ага. Так, ящик, короче, вот он у нас такой. 132,5. 232 вышло. Ну, вы как сами вообще? Не, нормально. Что-то. Работа стоит своих денег вообще? Стоит, да. Ну, это еще с документами, вы еще поедете, ну, да, получать документы, все списание в ПТС. Как бы я, конечно, уже давно смотрел, я его тоже смотрел, автомаш. Цена приемлемая. И мы самое главное, наверное, забыли еще показать. Мы же вставку здесь сделали у вас 6-миллиметровую, получается, наверное, поставили. Да, вот у нас вставочка идет, она идет от серьги, от кронштейн-рессор. И получается она у нас... Да, вот, видно, показываю. Она идет до кронштейна крепления кабины. Она 6 миллиметров толщиной, она сама по себе идет как, ну, неплохое такое усиление. Вот сейчас мы ее всем ставим, с недавнего времени, хорошая вещь. И по деньгам она, ну, вполне доступная. Там со скидкой ее сделал, ну, по отношению, если там раму в раме все усиливать. Хотя усиление такое достойное. Вы как, с самой Астрахани или там с области? Что там говорят, рыбалка у вас там сейчас? Там от Астрахани 5-6 километров. Сейчас говорят, рыбалка самая крутая там, да, у вас? Сейчас, в данный момент, что-то рыбы как бы так. Нет, не особо рыба. Ну, как бы по сезону основной. Ну, там на низа, если ехать, конечно, рыба всегда там есть. Именно с самой Астрахани, как бы так, на жареху поймать. Ну, у вас там на жареху, наверное, сачок опустил, воду достанет и все. Это весной, когда нерест идет, там на половоде, там можно сачками наловить. Ну а сейчас нет, сейчас так. В данный момент даже в некоторых речках вообще нет. Ну, в общем, как-то так, друзья, вот такая работа. Ну вот да, многие, потому что многие переживают. Предоплату уже сколько? 30 переводили? Ну, изначально 30, да.
30 тысяч предоплату, а потом уже, когда фургон, да, перед фургон ставили. Я приехал, считай, все. Ага. 2-3 дня сказали, вот как бы, все, сегодня на третий день. Как бы я приехал после обеда, 2 понедельника, сразу начали разбирать сегодня. Ну, считай, ну, грубо говоря, 2 суток машина готова. Ну, понятно. Не, ну, самое главное, работу, чтобы все проверили. Нормально, так, все это. Крышу смотрел, все, правда, боковину не смотрел, но крышу смотрел, там и... Это нормальный этот показал мне. Угу, угу. Ну, самое главное, да, багорик у вас еще в комплекте. То есть вот у нас багорик идет. И обрамление вот такое вот идет по нижней части портала. Чтобы фанеру не царапать. Это Влада из Ижевска. Особый привет по этому поводу. А, фанера там хорошая такая, нескользящая. Ну, в общем, вот как-то так. Еще один очередной проект. Даем. Все. Ребят, всем удачи на дорогах. Звоните, пишите. Работаем для вас. Ну и ставьте лайки.